Здравствуйте, в эфире «Погода» на канале ТНТ. По данным гидрометцентра, 6 января на Дальнем Востоке облачно с прояснениями. Во Владивостоке днем до минус 11. В Сибири по-прежнему очень холодно. В Иркутске ночью до минус 38, днем 29 градусов мороза. В Красноярске ночью 39 градусов ниже 0, днем до минус 41. На Урале намного теплее. В Екатеринбурге минус 13 снег. На европейской территории пасмурно. В Поволжье ночью до минус 4. В Казани снег с дождем, днем минус 1. В Волгограде до 5 градусов тепла, дожди. На юге будет облачно и дождливо. В Ростове-на-Дону плюс 3, в Сочи до 14 градусов тепла. И о погоде в столицах. В Санкт-Петербурге около 0, снег с дождем. В Москве облачно, вероятен снег. Ветер умеренный. Ночью около 2 градусов ниже 0, днем 0, минус 1. До свидания.